Из таких простых заданий состоит семейная самбониада – уютный турнир для особенных детей, воспитанников секции адаптивного самбо. Соревнования проходят в виде смешанной эстафеты. Пройти испытания детям помогают их родители. Взрослые отмечают, что тренировки в спортивной школе не проходят даром. Во-первых, ребенок стал намного крепче, то есть физически сильнее стал. У меня занимаются два ребенка, они оба практически перестали болеть заболеваниями простудными. То есть для здоровья в целом это намного полезно, чем просто не заниматься вообще ничем. Ну и не так много у нас в городе мест, где ребенок с детским церебральным параличом может вообще заниматься каким-либо видом спорта, потому что не в каждую секцию его возьмут. Даже за деньги. Самбониада, организованная в рамках президентского гранта, проводится не впервые. С каждым разом результаты все лучше. Мы практически несколько раз в год, там 2 или 3 раза в год проводим вот эти самбониады, и дети развиваются, видно, прямо на глазах. Поэтому, тем более, во-первых, у нас существуют еще медицинские работники, которые фиксируют развитие детей, и у каждого ребенка существует журнал, в которой достижения каждого ребенка заносятся. То есть, например, ребенок не мог раньше приседать, сейчас начинает приседать. Как и полагается, спортсменов наградили медалями и грамотами, но на таких соревнованиях важна не победа и даже не участие, а нечто большее. На этих соревнованиях нужно показать, что мы смогли за эти годы. Но самое главное, я считаю, лично для меня, это командная работа. То есть нас развели по командам, мы показали то, что мы можем в командах. Не тут поодиночке, никто ничего один не сможет. Тут нужна команда работа, командный спорт и команда. Мы тут одна, как семья. Организаторы наградили как детей, так и родителей. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.